Всем привет, мои дорогие друзья! У меня на канале очередная новинка, и это дополнение к годовому набору 2018 года. Просто супер коллекционная идея и вообще сам предмет. Значит, что у нас произошло в 2018 году? Вышел годовой набор монет, посвященный маркам. Как бы весь набор переуроченный маркам 100 лет, маркам Украины. И вот к вашему вниманию дополнение к тому набору. Также еще один набор, это факт, по факту уже, грубо говоря, третий как бы набор, то есть это третье дополнение к набору, посвященную столетию марок Украины. Дело в том, что еще Новая Почта совместно с Национальным банком Украины выпустила еще тоже буклет, в котором находится вот подобная марка и монета 5 гривен с маркой Украины. Также 2018 года годовой набор, как вы знаете, это последний годовой набор, в котором существуют монеты всех номиналов от 1 копейки до 1 гривны плюс гривны 2 штуки разных видов. А в 2018 году вышли две новые монеты в обиход, а также три новые монеты 10 гривен. И эти монеты в годовой набор не попали, не вошли. Поэтому, соответственно, было принято решение сделать дополнение к годовому набору 2018 года. Стилистика примерно такая же, то есть тоже он soft touch такой же, матовый, глянцевые элементы. Кстати, приятно, что монетки тоже глянцевые. Все блестит, красиво. Но самое главное здесь, это вот эта карта. Это карта, которая просто, ну, она перекрывает вообще все монеты, которые находятся внутри.
Это карта нашей Украины, полноценной, усыпанной монетами Украины. Потрясающее решение и идея. Обалденно. Вот, и что же внутри? Что же входит вовнутрь в этот годовой набор? Вот такая выдвигулька, я это называю. Вот, и здесь вот есть ячейки, то есть блистерные. Ну, а также описание тех монет, которые сюда входят. 50 копеек 2018 года, 1 гривна, 2 гривны 2018 года нового образца, а также 3 монеты 10 гривен нового образца на тот момент, на 2018 год. Как вы знаете, в 2019 году Национальный банк Украины выпустил годовой набор, в котором уложил 3 монеты 2019 года. И вот получается, соответственно, вот таким образом можно сделать дополнение годовой набор 2018 года. Здесь описание конкретно всех монет, которые вошли сюда, также чему посвящен этот набор, буклет как бы своего рода. Вот. И сами ячейки для этих монет. Но самое интересное — это фон. Посмотрите. Самое прикольное в том, что фон выполнен в реальном размере. То есть все эти монеты здесь в реальном размере. Ну, разве что, может быть, небольшое отличие, там, плюс-минус какие-то миллиметры. Но сам факт, что сохранилась именно сама тема, что здесь в этом наборе зафиксирован сам переход, то есть от старых монет, то есть вся тема старых монет наших, к монетам новым. Сейчас я покажу, как выглядят монеты в данном наборе. Очень интересно смотрится. Итак, я уложил монеты, какие у меня были, правда. Не все те, которые здесь должны быть, но сам факт, что можно посмотреть, как это выглядит. Вы посмотрите, как прикольно. То есть подложка из монет получается, и эти монеты как бы сверху на других монетах лежат. Очень интересно получилось. Класс. Реально прикольно. Вот десятки здоровые наши, большие монеты. Здесь должны быть 18-го года, но есть только одна у меня 18-го года. Ну, суть вы поняли, как это будет смотреться. Также 1 и 2 гривны нового образца. Вот. И как раз интересно, что есть сочетание перехода. То есть, кстати, вообще посмотрите, как интересно получилось. 1 гривна Владимир Великий, видите? И он как бы все, вот изменение произошло. Вот старая 1 гривна и новая 1 гривна. Во-первых, насколько меньше, реально прикольно получилось. Класс. 50 копеек 2018 года, 1 и 2 гривны. Вот, соответственно, и получился такой годовой набор монет за 2018 год. То есть это как раз те монеты, которые реально были в ходу. В чем еще особенность получается данного набора? Блин, как здесь красиво все это смотрится. Ну, тут правда 2014 год. Вот. Но монеты 1 и 2 гривны 2018 года. Кстати, обратите внимание, 2 гривны, видите, лучика нет штемпельного блеска, а на единичке есть. Вот, надо искать получше состояние, значит, 2-гривенной монеты. Также, видите, вот здесь лучики как блестят красиво, а здесь не очень. Ой, еще одна особенность, кстати, так, чисто случайно обнаружил. Вот эта монета, это 2019 год, но она бракованная, смотрите. Видите, здесь аверс смещен относительно реверсу. Незначительный брак, но он есть, потому что здесь вот монета идеально ровно стоит. Вот, относительно оси, да, вот всего, вот если взять вот ось, да, вот, оно идеально ровно здесь стоит. А если перевернуть, то здесь уже есть небольшое смещение относительно оси. Вот такой брак нашел, пока снимался этот ролик. Вот, в чем особенность данного набора? Данный набор имеет размеры примерно точно такие же, фактически, у меня просто под рукой нет, уже позже буду сравнивать, как размеры годового набора 2000,
18 года, то есть нашего стандартного пластика. Соответственно, данный набор можно вложить в листы для годовых наборов, которые на моем канале уже не раз я делал обзор. То есть это очень удобно, что размеры повторяют. И можно вот таким образом разделить и на один лист вложить вот этот вот набор себе в альбом для годовых наборов. Вот такой краткий обзор. Ссылка на альбомы в описании. Также тираж данного изделия ограниченный. Сразу предупреждаю. Подписывайтесь на канал. Дальше фотосессия. Вы посмотрите во всей красе, как это дело все выглядит на фотографиях. Всем удачи. Пока.